Мене звати Макс Сербін, і біля мене неймовірно красива Ангеліна Таран. Ну, друзі, як і обіцяли, зараз будемо говорити про важливе. От знаєте, якщо послухаєш ці мотиваційні курси, оцей успішний успіх, люди дуже велику увагу приділяють тому, наскільки сильне рукостискання. Так от, сьогодні ми з нашим психологом Оксаною Зайцевою поговоримо про рукостискання. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, Таран. Да, починаю. Ну, взагалі, ми б хотіли б розпочати з того, що рукостискання – це ось партнерські домовленості, це дружні домовленості. А чи могли б ви з психологічної точки зору пояснити, яку значимість має рукостискання? Ну, люди привыкли строить какие-то социальные связи, каким-то образом заворачивая в их ритуалы, потому что ритуалы – это то, что дает надежность, устойчивость, понимание процесса, потому что ну, вот протокол, ритуал, который есть, который человек преследует, который человек выстраивает, и к которому он стремится, это как раз обозначение границ, положение и так далее. И вот как раз то, что касается рукопожатия, это относится к ритуалам, и это и естественно, где есть люди, ритуалы, где есть вообще один человек, там начинается психология. Безусловно, когда человек подает руку, когда человек хочет взаимодействовать, это он выражает свои намерения. То есть если я вам подаю руку, и вы мне не ответите на это, я буду чувствовать себя очень неловко. Ага. С одной стороны. С другой стороны, я приближаю вас к себе, я даю, дается момент вот этого соединения, взаимодействия, то есть попробовать друг друга. Но кроме того, что мы подаем друг другу руку, мы еще смотрим друг другу в глаза или мы ходим, мы смотрим в сторону. Сознательно мы привыкли, опять же, в соответствии с этими ритуалами, говорить какие-то фразы. Ну, например, мы к вам заходим, и я говорю «доброе утро». Кто-то мне отвечает «доброе», кто-то говорит «не очень». Ну, как бы у каждого по-своему. Но вот это намерение высказать, посмотреть и закрепить рукопожатие – это закрепление. Закрепление намерения дальнейшего взаимодействия или же прощания, ну, как правило. Так, цікаво. А скажіть, будь ласка, коли, наприклад, за правилами вітається саме чоловік з жінкою, да, то може жінка подавати першою рукою? Ну, как раз женщина и должна подавать первые руки, то, что касается этикета и так далее, но границы очень сильно вытираются. И наши за последние 10 лет жизнь в этом плане очень сильно упростилась, если не касаться политической жизни, каких-то вещей, где уж совсем все по правилам. То жизнь наша упростилась, и сейчас рукопожатие, если у мужчин это раньше было рукопожатие, то сейчас еще они обнимаются после этого, иногда даже целуются, иногда очень даже интимно целуются после этого, что говорит об очень близкой связи. То, что касается женщин, женщина может подавать руку, для нее это тоже деловое взаимоотношение, но если видели, это пресловутая вещь, когда об этом очень много говорили, это одна из самых известных рукопожатий, когда Трамп и он переворачивают руку вот у Трампа. Так. И психологи и все остальные рассматривают это с позиции сверху, доминирования, показывания, но там есть еще один жест, вот. Так. То есть я тебя блокирую, я тебя захватываю, то есть я показываю свое первенство и превосходство над тобой. Это так называемый инстинкт иерархичности, то есть иногда это делают сознание, мы думаем, что делать. Мы планируем как-то сказать, да, вот зашла, доброе утро, как так. Вы чувствуете себя, выпили ли вы кофе. Но на самом деле мало кому обычно это интересно, но все интересуются, потому что мы вежливые люди, и мы должны об этом спросить. Вот то, что касается жестов, взглядов и всего прочего, рукопожатия, в том числе силы рукопожатия, это говорит чаще через это говорит бессознательное. То есть то, что у меня есть глубоко и выходит на поверхность в жесты, мимика и все, что связано с этим, воздействует на людей, ну, как говорят в НЛП, более чем на 55%. То есть это самая значимая часть взаимодействия. Поэтому, если говорить уж совсем с точки зрения психологии, наблюдайте, смотрите, не слушайте, что говорят. Да, а наблюдайте за тем, что человек делает, потому что жесты, поза и мимика обязательно выдадут человека, его позицию. Тобто вірити потрібно все ж таки невербальній складовій.
Да, невербальная часть – это одна из самых сильных частей, и очень часто мы спонтанно сами не знаем, почему это делаем, когда, ну, очень же часто так бывает. Мы встречаемся, какая-то встреча, мы анализируем, думаем, ёлки, ну почему я это сделала? Угу. Вот я, ну чё меня так понесло, ну вот почему я так сделала, это было лишнее. На самом-то деле, или наоборот, вот этого не хватило, потому что вот это наше внутреннее состояние, передать его через позу и мимику очень тяжело не выдать себя. То есть мы обязательно выдадим каким-то жестом пренебрежения, взглядом. И рукопожатие – это заявка все-таки на то, что будет происходить дальше, мое настроение. Но это совершенно не значит, что дальше будет продолжаться все так, как мы с вами планировали. От, знаете, дуже, дуже добре, що ви згадали Трампа, тому що я колись читав одну з його книжок, і є у мене тут одне, ну, таке, знаєте, питання, все ж таки, хочете дізнатися вашу експертну думку з приводу психологічного аспекту. Але, перш за все, є маленьке ще питання. Дозвольте вашу руку. Коли ось так вітаються, але ну, не сильно стискають, просто там закривають. Що ну, це може означати? Це повищене внимание, це повищена дружба, це положення, я хазяїн положення, тому що я роблю не так, як це прийнято, а так, як я хочу. Це настрой показування, настрой на взаємодействие і так далі. От смотрите, ми тільки з вами сиділи, і я сиділа... А потом я за собой слежу, что я раз, и я перенесла позу. Да? Причем я же не совсем об этом думала, я слушала ваш вопрос. Почему это происходит? Концентрация внимания. Я внимательно тебя слушаю, я склонилась, я прислушиваюсь, мне важно, что ты скажешь, и мне важно, что я на это отвечу. И вот эти вот положения, я хозяин положения. То есть при, и иногда дают вот, да, это вот и вот побежали, так, да, так. То есть вот этот момент, это момент недоверия, момент того, что я не хочу этого делать, это спешка, это соблюдение, вроде бы, как я делаю по правилам, но при этом я ничего не хочу от тебя, давайте скорее закончим. То есть, по сути, я прощаюсь еще и не уходя, то есть как бы, ну, свят, 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 идите, да. То есть, как бы, поэтому вот следите, пожалуйста, за невербальными знаками. Ну, мене ця тема досить таки давно цікавить, просто колись прочитав про Трампа, і у нього там, значить, книга називалася «Як укладати багатомільйонні контракти», і у нього було дві ситуації, коротко там про одну, то що вони підписали контракт і потиснули руки. Ну, прям він зробив акцент саме на тому, що потиснули руки. Потім розвалилися, там багато мільйонів пішло коту під хвіст. І наступна ось ця справа. Трамп каже, що давайте підпишемо контракт, а йому опонент каже, ні, друже, ми з тобою потиснули руки, і цього досить, тому що його на цьому вже нагріли. І ось тут мене цікавить, наскільки в бізнесі, ну, я розумію, що часто люди тиснуть один одному руки, проте наскільки це важливий жест, адже за цим може бути і кинуть людину на гроші, і все, чи ну, можна довіряти цьому 100%? Здесь все зависит от, если этот жест спонтанный, то есть когда человек закрепляет это какое-то свое поведение, этот жест вот идет изнутри, что называется, да, из бессознательного. Вот я не случайно начала сегодня, потому что есть ритуальные вещи, которые мы должны сделать. Так. То есть мы наблюдаем, мы смотрим, мы прочитали книги, мы знаем, как это влияет. Не факт, что это влияет, потому что все зависит от того, с каким настроением человек туда идет. И когда мы наблюдаем картинку, анализируем, как и что происходило, язык тела, так называемый, считываем, то вот в эти моменты мы, когда подписать контракт и пожать руки, это может что-то означать, а может просто назначать намерение. А может быть, то, что человек это делает, если он пожал руку, ему это зачем-то нужно. Но поймите одну вещь, это может быть нужно для выполнения контракта, это может быть нужно для нашего личного или для моего знакомства с тобой, да, то есть как бы поводом, для которого может служить какой-то контракт, а может и не служить. Это нужно мне для того, чтобы обозначить как-то себя, засветиться и так далее. Вот тут очень важный момент, вы начали сегодня, вы говорите о мотивационных тренингах, о которых очень много говорят. Жесты, сам по себе жест, вот просто жест, без дополнительной информации, как вы смотрели на меня, что вы делали, как вы со мной говорили до этого, как вы вели себя после этого, он, по сути, ну, остается только жестом. И вот этот момент и мотивационных тренингов, потому что очень много вкладывают в ритуал, сидит и говорит, ну, например, да, человек, что мы сейчас хотим с тобой встретиться, мы хотим что-то сделать и так далее. Но для этого он знает, ты встречаешься, потому что тебе сказали, ты будешь вот это. Но есть совершенно скрытые
мотивы, по которым ты сюда пришел. Ты можешь о них не знать, но это не значит, что они не существуют. Ритуалы будут соблюдены. Безусловно, ты почувствуешь холодность, и человек может зайти с вот этим вот намерением встретиться, с намерением пообщаться искренним. Но относительно того момента, о котором ты, возможно, мотива, о котором ты, возможно, ничего не знаешь. Поэтому считать и вот однозначно говорить, что это вот так, а не как иначе, нет. Все-таки это нужна совокупность факторов, которые нужно проанализировать, посмотреть в динамику, как это происходило и что за этим стоит. Потому что рукопожатие может быть... Брут, и ты тоже, да? Так. Когда ты с одной стороны подаешь мне руку, и ты даже обнимаешься, но ты вставляешь мне нож в спину. Можно ли было это определить по рукопожатию? Нет. Можно ли это было определить по тому, как человек себя вел в последнее время, как он смотрел на тебя, как он был в присутствии тебя, как он был один, когда знал, что ты можешь за ним наблюдать? Вот это уже очень интересно. Угу. Тобто все одно потрібно дуже так скрупульозно трактувати правильно це все. Так, да, і вот эти мотиваційні тренінги, вони дуже опасні. О, так. Потому що, во-первых, не всі можуть бути лідерами. Я устала це повторяти, вот особливо, коли теми касаються цього, ну, ёлки-палки, ну, всі заходять, ви всі лідери. Ну, ми всі космонавти. Или давайте ми всі врачи, кожен може бути доктором. Каждый может получить образование медицинское, если он поставит перед собой цель. Но хорошим доктором он при этом не может быть, потому что у него нет для этого задатков и способностей. Как я могу быть психологом? Наверное, и я пробовала в своей жизни заниматься бизнесом, ну, я в 90-е студенческие годы свои закончила. И для меня, но я не могу быть бизнесменом. Mm-hmm. Меня эта среда напрягает, я в ней не искренне, и я в ней срываюсь. Вернее, я могу, но мне сложно. Поэтому не все могут быть. А там, где есть напряжение, там, где есть, будет обязательно разрядка. Поэтому вот следите, пожалуйста, за тем, что вы чувствуете, за то, как выдает свои чувства другой человек. Выдает это не в смысле подлавливать его. Потому что иногда люди сами не осознают то, что они делают, и то, что до конца, то, что они чувствуют. Это важно. А ось є ще види привітань, тобто коли не руку потискають, а по плечу, знаєте, якби там постукали. Ну, от, як це можна охарактеризувати? Ну, по плечу может постукать, это когда подходит очень много людей, по-разному здороваются уже только потому, что есть у каждого из нас своя репрезентативная система, свои модальности, то есть мы предпочитаем какой-то, бывает так, что, ну, бывает, точно есть. Есть канал «Свой взаимодействие». Ну, наверное, слышали. Аудиалы, визуалы, кинестетики. Это очень модная тема была в свое время. Когда человек, аудиалы, люди, которые воспринимают мир больше через звук, не значит, что другие каналы, просто он ведущий. Есть визуалы, которые воспринимают через картинку. Есть кинестетики, которые воспринимают через ощущения. Так вот, визуалу очень важно соблюдать то, что он видит картинку. То есть, если на картинке должно рукопожатие, мы будем рукопожаться. Mm-hmm. Если для него, для кинестетика, он в любом случае. Вы, наверное, замечали, вот особенно студенты, школьники, ну, дети изучают в этот период и свое тело, и поведение и других. Есть люди, к которым ты подходишь, а им обязательно к тебе нужно прикоснуться. Так. Вот он приходит и говорит: «Здравствуй». Так. То есть, ему вот нужно вот прикоснуться к тебе. Коктейльни. Да. Потому что он кинестетик, и до тех пор, пока он вас не потрогал, пока он не ощутил, у него мир через ощущения. Ему нужно почувствовать, что ты есть. То есть ему нужно настроиться, сонастроиться с тобой. И вот это, ну, безусловно, очень важно, потому что у тебя могут вот привет, и ты понимаешь, что это нужно человеку. Да? Причем это в совокупности с другими факторами. И здесь нет никаких учебников. Здесь есть даже, когда мы, вернее, учебники есть, но когда мы их берем, это опыт другого человека, который нужно отработать в своей жизни. То есть я должна попробовать, ах, вот это вот так работает, это вот так. Причем у каждого человека, как и речь, как и сленг, да, как и особенности там, живой язык, который передает особенности регионов, так и особенности жестов, особенность каждого индивидуального человека. Потрогал, бывает постучал, бывает сверху постучал, ага. Бывает привет, сынок. То есть это абсолютно разные вещи. И вот когда вот, ну, знаете, да, есть ритуалы, когда человек заходит в храм, он показывает благословение, вот этот момент, он обязательно склоняет голову. Да. То есть, по сути, что это означает? Я признаю, я повинуюсь, я принимаю и так далее. И некоторым людям очень тяжело это сделать. Пані Оксана,
Хочеться зараз, ну, подобається мені наша дискусія, мені хочеться трішки перейти, знаєте, от буквально там відхилитися. Мені от цікаво вашу думку і твою, Таран. Так, давай. Дивіться, от я багато разів помічав до певної події в своєму житті, що коли ти сидиш там, наприклад, з дівчиною, спілкуєшся про щось там, буває таке, що наступає момент, коли дівчина намагається тебе якось потрогати. Причому це буває зовсім по-різному. Вона або просто там декілька секунд потримала руку, там, наприклад, на твоїй руці, і забрала потім. Потім ще це повторюється. Про що це може свідчити? Во-первых, это девочка, скорее всего, кинестетик. Потому что визуалу совершенно не нужны. И вещи они считывают, ну, то есть нужны, но значительно меньше. Кинестетику, вот то, о чем я говорила, нужно почувствовать это во-первых. Во-вторых, посмотреть на реакцию. Во-вторых, в зависимости от того, как положить руку и насколько долго, потому что это, конечно же, симпатия. Если она делает повторный раз, первый раз это возможно, чтобы обозначить, второй это более углубиться, да, то есть уже больше обозначить близость и так далее. Поэтому это может вот так вот обозначать. Но может обозначать и другое, это ее собственное, ну, в кавычках, заземление. То есть ей нужно понять, где и с кем она находится. То есть это вот девочки засмеялись, потому что вот это вот ощущение. Если вы обращали внимание, мы уже глубже переходим, но на самом деле это одна из самых серьезных частей, особенно у кинестетиков. Потому что рукопожатие, которое вот эта вот старая история, по-моему, я не помню, в каком фильме, когда уволили человека, по-моему, старое 17 мгновений весны, так. Когда Мюллер, по-моему, увольняет кого-то из подчиненных, у него руки влажные. Так. Могу ошибиться, но вот в каком-то фильме. Потому что это еще и прикоснуться. То есть это... Но когда мы сближаемся с человеком, есть еще более тонкое наше восприятие, такое уходить на уровень инстинктов, звериного чутья. Это запахи. Угу. Это очень важно, да. Угу. То есть психологи вот этот вот момент, ну, особенно среди молодых людей, вы про девушку спросили, вот этот момент сближения, прикасания, как у мужчины, так и у женщины, это еще и ощутить твой запах. Потому что на уровне вообще бессознательно очень глубинных процессов, если тебе не нравится запах человека, взаимодействие с ним будет очень сложное. Как это работает между... Ну, это работает между всеми, между мужчинами и женщинами очень сильно. Это химия в чистом виде. И говорят о том, что потомство здоровое такие люди иметь не могут. То есть если запах человека тебе не нравится, да, то... Вот, да, да. Ого. То есть это предупреждение при матушке природы, что у вас есть несовместимость, что у вас есть проблемы, и она естественным путем отталкивает друг от друга. Ого. Да, да, да. Поэтому это очень важный момент. Но, как правило, такие пары распадаются. Кто-то сохраняет это, но сейчас у нас индустрия парфюмерии работает, но все равно это никуда не деть. То есть все равно это будет уловлено, и перебороть себя в том, что тебе просто не нравится что-то, человек к уродству и красоте привыкает одинаково, да, мы можем привыкнуть к каким-то недостаткам или наоборот к красоте друг друга. То есть встречаешь человек потрясающе красив, 3-4 часа ты провел, ну, нормальный человек как человек, да, как и все остальное, если я что-то переживаю, побудь в среде, я уже привыкаю к этому. А это перебороть невозможно. То есть человек просто убегает, человек говорит, выпустите меня отсюда, я задыхаюсь. И вот эти вот моменты, вот как раз рукопожатие, оно в том числе и... Ну, мы сейчас же еще в период ковида живем, да, в карантинных мер. Вот эти сократились дистанции. Локоточками. Кстати, если мы с вами возьмем культуру, если анализ проведем, а Японию, которая здоровается, так. Абсолютно сложив руки, не соприкасаясь друг с другом, не нарушая интимного пространства, не забирая чужую энергию, не поглощая. Ну, тут много. Вплоть до выбора одежды. Слухай, а ты взагалі до какой категории себя відносишь? Визуал? Ви знаєте, напевно, що візуал. Ну, мені якось так тактильно спочатку, ну, не дуже цікаво. Я можу там обійняти. Проте я помічаю, що людей, до яких я з відкритою душею ставлюся, яких я дійсно поважаю, які для мене цінність представляють, то я їх обіймаю, як правило, дуже багато.
Ну, я не знаю, что правильно это или нет, но... Ну, сейчас еще вот эти вот ритуальные вещи у нас сейчас еще стало принято, и со временем, наоборот, может быть, в связи с ковидом и так далее. Визуалы, аудиалы, кинестетика, ну, достаточно просто выявить по словам, которые они используют, потому что слова-предикаты, которые мы используем, они описывают нашу репрезентативную систему, что это значит. Это визуалы обязательно будут описывать цвет, форму, рост и так далее. Кинестетики обязательно будут описывать, что они чувствуют, тепло, холодно, приятно, неприятно. Я описываю, как правило. Вот, это кинестетики. Аудиалы, они обычно описывают звуки. Если попросить человека буквально, да не надо просить, послушать, как он описывает, как он доехал. Я сажусь в такси, большая белая машина, я сажусь на заднее сиденье, открываю дверь, ну понятно, что я слайды описываю, это визуально. Класс. Ой, круто. Да, очень интересно. И если я сажусь, и понимаете, в чем дело? Что если вы, допустим, сейчас являетесь, ну, предположим, визуалом, то описать с точки зрения аудиала вам картинку будет крайне сложно. Так. Через звуки. Так. Ну, попробуйте описать эту чашку, я пью кофе, через звуки. Ну, не. А человек описывает, он говорит, она взяла чашку, скрежет по этому, потом я слышу, как пьет кофе, я слышу посторонние звуки, но это очень сложно. Да, это очень сложно, потому что не твой язык, это как разговаривать на разных языках. То есть ты можешь изучить другой язык, но в сложных ситуациях и вообще в состоянии любого малейшего напряжения ты все равно будешь, как бы ты ни переучивался, ты все равно будешь выходить в эту систему, это твоя восприятие мира. Знаєте, мені ще цікаво, ну, мабуть, років як 5 з'явився тренд, коли дівчата вітаються тьомчиком у щічку. Uh-huh. Тобто, і в якийсь момент, пам'ятаю, моя бабуся казала, господи, каже, скільки то, каже, може цілуватися? Їй це було незрозумілим. Але, ну, реально це якось стало нас трендом. Наприклад, я по собі знаю, що я так роблю тільки з близькими мені якимись дівчатами, там, які от реально викликають вони в мене довіру. Що ви скажете про це? Действительно, для того, чтобы сблизиться с человеком, поцеловать его и сблизиться вот на уровне поцелуя, это прикоснуться, это чужая кожа, это чужие запахи, это чужое интимное пространство. Вообще интимное пространство – это менее 1 метра. То есть 50 сантиметров – это уже интимное пространство. И воспринимать людей через вот это интимное социальное пространство или социальное пространство мы будем по-разному. Потому что если я сейчас встану от вас на метров 5-7, у вас будет совершенно другое восприятие. Если я подойду к вам чуть ближе, вам будет крайне неудобно это общаться со мной. И вот эти моменты, они очень важны. Вот эти вот тёмчики, это ритуалы, которые придумали, и они как бы про заявление, про то, что мы близки, мы все вместе, если я тебя разрешаю себя поцеловать или я иду навстречу тебе, то это нечто близкое. Но опять, насколько это приживается, зависит от того, насколько это, ну, пропагандируется не так, а продвигается, да, потому что важно было руки, там много других приветствий, носами потереться, например, как в некоторых племенах, что говорит об очень, или обнюхать друг друга в африканских племенах это очень часто делают. Это приходит и уходит, но кинестетикам это делать значительно легче и сложнее, потому что взаимодействовать с человеком, который мне неприятно, бессознательно не обманешь. Я все равно буду отталкиваться, я все равно буду уходить. Вот понравился ли, знаете, как этот мемы, когда картинки вот эти, когда жених с невестой сидят, она в одну сторону, в другую. Ага. То есть не нужно быть психологом, чтобы понять, что происходит. Да. На самом деле это гораздо чаще и заметнее, чем мы с вами думаем. Потому что это автоматически, это бессознательная реакция. То есть это реакция. У нас же ведь самое главное – это инстинкт самосохранения. Мы все охраняем свое интимное пространство. Вот это ненарушаемые границы и так далее. Можно вербально, можно невербально, но невербально всегда мы ощущаем больше опасность. Самолеты, в которых мы очень плотно сидим. Это, кстати, один из состояний еще напряжения, потому что ко мне сидят люди очень плотно. Если мне человек не нравится, а мы с ним должны разделить подлокотник, это ужас. Ты сидишь все 5 часов и думаешь, как бы вам вот в это состояние интимной близости не войти совсем. Но как бы вот, и, кстати, чем больше несовместимость с этим человеком, вот, в плане восприятия, тем тяжелее, кстати, проходят полеты, тем больше состояние стресса.
Ого. Так, дякуємо вам. Я, якщо чесно, зараз розуміла взагалі, яка категорія людей. Я теж кіноестет, тому що ви зараз почали розповідати, я просто розумію. Так. Кіностет. Кіностетик. Пробачте. Кіностетик. Ви оговорок не бывает, это правда. Да? А ви і так, ви же, смотрите, ви же і розділяєте. Як вам приближаюсь, ви чуть-чуть віддаляєтесь, но при этом ви улыбаєтесь, і при этом вот вам очень трудно впустить в своє пространство людей. Тобто вот этот момент принятия, вам нужно прочувствовать человека. Так, а когда доверия нет, вот эти вот вещи, они очень сложны. Я завжди кажу, боюсь спілкуватися з психологами, тому що тебе одразу вчитують, як білий лист. Слухайте, мені тепер цікаво. Ви до мене одразу там руку протягували, я вам зразу свою. Про що це може казати? Готовность к коммуникации. То есть это готовность к коммуникации я вам даю, вы спокойно выходите на эту коммуникацию. И когда человек... Понимаете как? При помощи же жестов можно и управлять. Вот эти вот вещи, когда мы вроде бы как обсуждаем, а с другой стороны нюансы. Ну, вы мне подаете руку, вы видите, что я делаю вид, что я не замечаю. Я сажусь и говорю, давайте продолжим разговор. Какие ваши ощущения? Ну, обрубали. Так, обрубали. Так себе. Так. Да, то есть так себе. Если я еще пару жестами, например, я буду говорить, как я рада вас видеть. Ну, то есть как бы, уже питання. Так. Да, насколько я рада, да, и чем дело. Вот эти вот вещи, и этими вещами можно управлять, и если язык тела, и язык вот это коммуникация, это невербальная коммуникация, это выстраивание, это очень тонко, это очень красиво. Но даже будучи мастером этого дела, люди сидят там, изучают годами, часами, ты очень легко можешь... лететь сам, потому что отследить все это невозможно. В состоянии стресса ты будешь все равно вести себя. Мені подобається те, що, знаєте, от ми в інтерв'ю почали спочатку за рукостискання, потім ми перейшли на невербальне все, і потім ми підрезюмували тим, що проти себе ти не підеш. Ні. Ти повинен бути сам собою. Мені цікаво, чи є якісь ось основні аспекти, на які людина повинна звертати увагу в невербальній комунікації, щоб більше розуміти опонента? Безусловно, и самое главное здесь, еще раз повторюсь, вы можете и читать нужно, и смотреть нужно, и изучать нужно, но это ничто без практики. То есть вы должны посмотреть на индивидуальные. Я все же, я психолог, а я все-таки за индивидуальное развитие, да? То есть вот это дифференциальная такая вещь. То есть у каждого из нас есть определенные вещи. Совсем недавно мои клиенты говорили о том, что встретилась семья, они вообще очень все любят психологию, изучают ее. И вот они сидели втроем, и две сестры, и муж одной сестер. И муж одной сестер говорит, послушай, а ты когда разговариваешь, сестре своей жены, говорит, ты когда врешь, ты не моргаешь. Она говорит, зачем ты так говоришь? Он говорит, так я тебя, она говорит, ты что, следил за мной? Он говорит, да, это про научиться. Да, говорит, я следил за тобой. Она говорит, что это? Он говорит, слушай, если я это отследил, то твой парень тоже моргай. Я тебе от всей души советую, это даст тебе возможность. На самом деле это действительно так. Изучите индивидуальные особенности, потому что когда вы будете чуть-чуть наблюдательнее, ничего не нужно спрашивать. Наблюдайте, человек будет раскрываться. Это очень... быстро происходит. Наш мозг в этом плане очень быстро обучается. Почему? Мозг — это вообще биокомпьютер, который все время обучается, его нужно туда просто... Когда вы настраиваетесь на это, вы прочитали какую-то основу, посмотрели, как это бывает, посмотрите, как это работает. Не факт, что это будет работать у всех людей, и не факт, что... это как слова произносить. Кто-то звуки, да, есть особенности. И вот эти моменты невербальной коммуникации, врешь, не врешь, кстати, по рукопожатию, насколько человек врет, не врет, тоже можно определить. Потому что если ты видишь, что человек себя вроде бы как ведет спокойно, но ты при этом чувствуешь, что рука подрагивает или она влажная становится, да, то есть волнение какое-то, тут нужно как бы понаблюдать, в связи с чем это происходит. И смотрите, мы вот с вами сидим, тоже интересная вещь, это про рукопожатие. Вы сидите справа от меня, вы слева, я правша.
и я так или иначе, я буду все равно уходить в правую сторону. Угу. Вот, и я буду от левой. То есть, если вы хотите больше, чтобы вам, с вами коммуницировали, понаблюдайте за человеком, потому что внутренне он может, допустим, левша воспринимать так. реальность. Да? То есть, в какую сторону ему легче. Потому что, если вы мне будете, мне сюда сложнее, мне нужно угу. развернуться, и тогда мне уже к вам разворачиваться, уголь разворота больше, чем так. 45 градусов, тогда я буду здесь взаимодействовать больше. И даже как расположить человека в пространстве. Вот, да, вот этот вот момент, вы можете этой системой управлять. То есть это очень интересно. Ну и нервозность через рукопожатие может проявляться. То есть человека быстрое желание встать и уйти, он может выдергивать у вас руку. Это говорит о том, что что-то пошло не так. Ну, нельзя сказать однозначно, человек чего-то боится, он тебя врет. Не факт. Может быть, просто боится, может быть, получил плохую новость сейчас. И вот эти вот выводы бы я бы не делала так быстро, я бы смотрела в комплексе. Рукопожатие может много говорить о том, насколько человек уверенно идет. Иногда это не уверенность, а демонстративность. Эти вещи так. тоже нужно, потому что если человек демонстрирует, то явно что-то там не так. То есть если излишняя дружелюбность и вот этот вот движение, о, привет, там вот сближение, а мы с тобой не знакомы, очень много вопросов возникает, то есть там однозначно есть то, чего стоит опасаться. Ми дякуємо за ці ось скіли, я б навіть так сказала, тому що вже можна одразу людину зрозуміти по її перших жестах. Все ж таки будемо і ми використовувати свою роботу, як краще розположитися, як краще привітатися. Дуже вам дякуємо, чесно. Для себе відкрила очі, зрозуміла, що все-таки кіноестет. Ось, класно. І ми хочемо одразу перейти до сюжету, а все ж таки, якщо ви впустили це відео, воно чекатиме вас на нашому ютуб-каналі «Правда тут». А ми зараз переходимо на невеличкий сюжет. Його центром була Старокиївська гора. Величне місто, яке пережило занепад та відродження. І навіть встигло побувати у складі королівства. Київ. Так, саме сьогодні ми відкриємо вам дивовижні місця столиці, які невідомі навіть завзятим екскурсоводам. Неподалечко від метро Позняки, мегаполісі, розкинулася таємна пустеля – Київська Сахара. Дістатися до неї можна громадським транспортом. Якщо у вас немає авто, по дорозі можна затаритися на пікнік. Пустеля знаходиться на півострові і з усіх сторін омивається озерами. Тому в основному там багато рослинності. І пейзажі, хоч і далекі від пустельних, але все ж таки дуже красиві. Київська Сахара дійсно виглядає як справжня пустеля, але є деякі нюанси. Територія просто огромніша, здесь дуже багато є озер, і купатися в них, ну, це вже ваше право вибору. Я би не хотів тут купатися, але прогулятися і просто віддихнути здесь з дітьми дуже навіть стоїть. А ось це місце часто називають містичним, загадковим та подекуди проклятим. Театр, який спродило ще 19 столітті, популярний досі серед романтиків, дигерів та шукачів паранормального. Ви, напевно, вже здогадалися, це зелений театр або просто зеленка, що стоїть просто неба. І якщо зазирнути всередину, то можна побачити дуже багато старовинних підземель. Пол кирпичом вилажений. Якщо знаружі воно достатньо обрушилось вже. Історики та археологи стверджують, що ця велична споруда мала 9 рівнів, що уходили у глиб землі. Навіть існує думка, що у 20-х роках минулого сторіччя в цих тунелях ховалися злочинці, які звозили туди ще своїх жертв. А після Другої світової війни тут влаштовували концертні програми і крутили кінострічки. Зараз це місце дуже популярне серед молоді та артистів. Зеленка часто зазнавала ударів блискавки, тож деякі містяни пов'язують це з містичними явищами, які відбувалися тут. Якщо ви підете вниз по дорозі, яка починається з правої сторони метро «Арсенальна», ви прийдете на місце призначення. Відомо, що тут прогулювався Михайло Булгаков. І цілком можливо, що герой його творів віддзеркалював стан письменника. Від цих таємничих місць. Лиса гора – старовинне та загадкове місце, наповнене містичними історіями. Примітно, що лисих гір декілька, але недоброї слави здобув саме Лисогірський форт. Чому так? І чи справді тут так страшно, як розповідають? Пішли дізнаватися. Унікальна місцевість, яка манить майже кожного, а особливо мандрівників – Лиса гора. Ще в 19 сторіччі це місце називали Голгофа чи Чер. Моторошна, містична та незвична локація вражає своїми легендами.
Олександр – блогер та кіноробітник за покликанням. Живе неподалік гори, тому в дитинстві встиг обійти усю територію. Тут були остатки боєприпасів, але вони в основному були приличного калібру, там міста від пуль. Но сейчас их, наверное, показать не выйдет, они железные, это там всякие трубы, ворота. Тут цыгане жили, поздавали на металлолом. До речи, нам удалось відшукати історичні з царських часів залізні ворота. Это вот эта вросшая решетка, она закрывала когда-то хода в туннели. Ну, в принципі, вона, судя по петлям, здесь були ворота і решетка. Лиса гора розподіляється на три частини – Русалчин яр, Відьмовий яр та Мрецький гай. На самій вершині горі розташоване місце сили – святилище стародавніх слов'ян, дерев'яний ідол бог Перун. Тут частенько збираються релігійні групи і проводять свої обряди. Олександр розповідає, що йому доводилося зустрічати в цій місцевості язичників і толкіністів. Либо туристи. Да не просто гуляють, в основному так сидять. Ну, судя по тому, що горять костри тут, хтось їх палить, може є якісь віруючі. Наша знімальна група, звісно, всі куточки, наповнені містичним сенсом, не встигла обійти, але ми побачили дещо цікаве. Ми натрапили на невідомі шляхи, які привели нас до справжнього підземного міста, невимовної краси лісу, небезпечного колодязя і до моторошних тунелів воєнних часів. Таємниці та химерні історії досі залишаються візитівкою Лисої гори. Містяни розповідають, що спілкувалися з таємничими представниками гори. До мене підходили дві жіночки. Ну, не одразу, а по черзі, у різні дні. Просто приходили подивитися і запитати, а чого це я таке тут смалю. Ну, я їм відповідав, що це в мене вже така звичка від комарів. Сказала, що вона відьма. Люди, які побували тут, часто діляться історіями про те, що час і простір у цьому місці втрачають своє значення. Відчуття, ніби потрапляєш в астральний сон. Скажу чесно, за 3 години перебування на Лисій горі я відчула легку медитацію і що мене скоро з'їдять мошки. Такі місця цілком можуть мати явища, пов'язані з потойбічним світом, адже тут і досі знаходять останки похованих страчених. Впливати може ще й рослинність. Насправді, вірити чи не вірити у містичну дію Лисої гори, кожен може перевірити і обрати сам. Але той факт, коли ти потрапляєш в нове місце і тебе наповнюють незвичні відчуття, є незаперечним. Дістатися до Лисої гори можна з метро Видобичі, а також з Голосіївської. Якщо з Видобичів, то ви прямуєте до автостанції, проходите далі і до пішохідного переходу. Власне, потрапляєте до парку, музею «Київська фортеця», тобто шлях до Лисої гори. Вхід безкоштовний. Що ж, сподіваємось, ми вас приємно здивували незвичними і маловідомими локаціями Києва. Це була цікава мандрівка. Наталія Чинталян, Антон Кривобок, Кирил Шапарь. Правда тут лайв.